Вот 10 сентября. Это лагерный пруд. Вот то место, где было крещение, и где оно каждый год совершается. Я его приблизил просто. Там крест. Там гуляет Ангелина с ребятишками. Так почти не видно ее. А это наши братья. Батюшка пришел, отец Аким им свалил деревья. Вот сколько попилил, которые наросли. Это на плотине я нахожусь. Плотину надо тоже поднимать. Это вторая плотина. И вот ее как братья городят, Сергей. Забивают колья с Володей. Там дальше Никита. Вот колья стоят. Видно даже как. Ну и большие тут стволы. Деревья приваливают к нему, чтобы вот, когда здесь будет земля, она не осыпалась. И со стороны воды точно так же. Ее надо приподнять. Но приподнять с двух сторон. Потому что посередке слив, там не пройти трактор. Вот они рубят, ветки складывают. А дальше вон то, это лагерь наш. Лагерь. Это разные постройки. Коровники колхозные. Вот это вот. Володя всегда с собой аппаратура висит. Куда бы ни пошел, наготове. А кто знает, кому потребуется что? Вот это у них инструмент. А, тут и вода. Это хорошо. Показать, что дальше. А дальше тут вот шпалы. Шпалы. А тут доски. Вот они, доски. Досками в угольник они вставляются. Вот здесь это швеллер. Поднимается, регулируется сток воды. Ну, оказалось, что маленький сток не успевает, там прорывает больше. Надо делать было шире и глубже. Вот как монтировано все. Показать. Волны идут, красиво так. Коляска Назария. Что-то не уловлю никак, где. А тут Никита. Вот у него завал тут. Все. Меня оса ударила только что сюда. Что у тебя там? Оса ударила сюда. Оса? Да, есть тут что-то. Ну так надо это. Ничего, поплю и все. Она жало не оставляет, это не пчела. Бей, ты не уходи никуда только, водой помощи. Лучше всего был бы лук, луком потереть. Ну, луку нет, пройдет. Это около глаза там труднее.